Почти 8 гектаров черешчатого дуба сегодня высадили около микрорайона Красный Октябрь-2, неподалеку от Белгорода. Это одна из самых долголетних пород деревьев. Они живут около 300-400 лет, в то время как другие виды покрытосеменных с трудом доживают до 100 лет. Самый приспособленный дуб, который всегда исторически рос на черноземах. Черешчатый дуб, самый крепкий, самый выносливый. Другие дубы здесь или не растут, или очень плохо растут. Губернатору Евгению Савченко не привыкать открывать сезон весенней высадки деревьев. Выбрал себе целый ряд. В помощниках сотрудники областного аппарата и департамента агропромышленного комплекса. От новой дубравы будет не только красивый вид, но и практическая польза. Сегодняшняя посадка у нас происходит на склоне оврага. Лес препятствует образованию ветровой и водной эрозии. Это будущая дубрава, только малая часть от запланированного. В 2019 году высадят около 7000 гектаров черешчатого дуба. В силу саженцы войдут через 20 лет. Владимир Бедняк, Валерий Ларьков. Такой день на Мире Белогорья.